Доброго FPS, дорогие зрители, подписчики моего канала, сегодня с вами я, Адвей, я быстро скороговоркой начинаю разговор, и с вами мои друзья, Джуглан и Иван Хильсон. Поздравляйтесь. Привет. Бла-бла-бла-бла. И всем привет. Да. Хорошо. Приветствую. Так, а теперь мы проходим миссии, которые у нас в одиночестве должны пройти. Я все-таки решил их не проходить. Что? Кстати говоря, у меня ни Shadow of the Best не прошлось до конца. А мы проходили Blades of the Fallen. Мы его прошли, а Shadow of the Best мне тоже надо пройти. Блин, блин. Ну а так мы же его не прошли. Да, ну давай. Нас же выкинуло как бы. Да, нас выкинуло. Давайте тогда я создаю. Ну окей. Блин, я хочу эту броню Соника. Макс, представь, такие три клона будут в броне Соника ходить. Не, я не хочу броню Соника. Я хочу какой-нибудь клёвый капюшон. Да, я тоже не хочу. Я хочу какую-нибудь прикольную штуку. И мы продолжаем. Маград. Ты прям мастер подбирать моменты. Просто гангстер. Это гениально. Я как стоит такой, блин, подловил. Слышите? А ты это не вырезаешь? Что это было? Это был мой фаербол. Брайзер, вставайте. Встаем. Трыщ. Блин, я не успел выйти. У нас, блин, два клона и один какой-то голубой чел. Эй! Ну ты вы, у тебя цвет брони голубой, ты не можешь это отрицать. Вот, кстати говоря, он посередине. Я первый. Ну или же не. У меня не он не посередине, а он у меня последний. А Макс, либо голубой, либо нежно-синий. Баграт, подколол. Баграт, либо голубой, либо не... Макс, либо голубой, либо нежно-синий. Это не нежно-синий, это слишком холодный цвет, чтобы быть нежным. Пауза. Баграт, я еще раз говорю, ты мастер выбирать в моменты. Да, я просто красавчик. Пошли, ну че вы знали? Ай. Мани, мани, мани. И, конечно же, мы будем собирать деньги, да, Кирилл? Да, мы же евреи. А Баграт сам всю работу делает. А, я еще меня бьет. В кустах стою, меня бьет там. Блин, деньги в кусте. А ты рядом, встань рядом с кустом, ты сами притянутся. Оп, просто кажется. Я теперь больше денег, чем у меня. Почему? Потому что вы сколько сам бегаете, собираете. Я-то в каждую дырочку не залезаю, чтобы денег там было. А вот в каждую дырень, в каждую щелочку, бабочка. Я все хочу накопить себе на клевый какой-нибудь капюшон, клевую мантию. А я хочу себе Соника. Что, я хочу эту броню. Ну эту броню, которая на Соника похожа. Ой, я же говорил, вы уходите тут в каждом месте. Вот меня здесь проседает. Надо будет с этим подумать. Кирилл настал. Я тут хочу трусик сломать. Это его и ломает. Своим длинным ножом. Сам ты нож для сыра. Это тесак. Это нож для сыра. А у тебя тогда зубочистка. Баграт, у тебя тогда зубочистка. Попрошу. Магическая зубочистка. Уйди. Так. Баграт, тогда одолжи свою магическую зубочистку в зубах, говорят. Ты делаешь самое магическое. Я тебя
зубах крылятся. А карие зубы. Это мы еще посмотрим. Ребят, никто здесь не видит этот золотой кристалл, то их у меня. Мне нужны красные, мне нужны красные. Баграт, возьми себе. Кто это во мне там ходит? Кто-то такой очень наглый во мне ходит. Крыса. Давайте устроим замесик. Бил, как всегда. Ну, я все равно буду стрелять. Чё поделать? Евреи. Блин, да меня вообще пиздец. ПС проседает. Ай, у кого ход? Багира. Это у меня Багира. Я знаю, Багира. Родинкая. А что, она тебе мешает? Нет, моя хорошая. Ай, ты нам удачу приносишь. Она хочет с нами вести. Бай. Он мой. Мой. Чё с него ничего не выпало? Я ещё такой музон заиграл. Да блин. Музыка здесь классная в этих уровнях. Просто вообще потрясающая. Мне она так нравится. Да, я её вырубил. Баги, ты не в ту сторону идёшь. Я монетки собираю. Вы-то там игры собирали уже всё. А я... Кейл, разломи мне, пожалуйста, какой-нибудь из этих ящиков. Да блин, что... Они не спасибо, мне нужно было пройти. Эти ящики неразрушаемые. Рейш. ФПС, вернись, пожалуйста. ФПС, вернись. Сука! Он меня лизнул! Как он посмел меня лизать? Видите, что происходит у меня на экране? Да, еще сверху. Прикольно. Да, я очень не заметил. Это мой, я его сбил. Окей, тогда еще проломи мне ящики. Они не разрушаем, Макс. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот все. Вот это надо. Западный Свердловск. Ты просто как гангстер его сломал. Люди, у меня уже 3 замораживающих щита. Ну, я пока возьму зелененький. Мне он нравится. Хороший цвет. А у меня, короче, успокаивающий и замораживающий один. Я сейчас... А у меня три шокирующих. А я замораживающий сейчас включаю. Нафига. Сейчас повалит опять эти дровосеки. Эх. Да ну ничего, мы разберемся. Там, люди, знаете один прикол? Там выпала золотая монетка. Ничего страшного. А вы ее уже не заберете. Я плюсик заберу. Я вот тут подумал, ты... Кирилл. Ты ходишь с таким огромным кристаллом и таким огромным тесаком. А это для уровня. Вот меня это наводит на некоторые мысли. Это, Макс, это чтобы было уравновешено все, а то меня перетягивать что-нибудь будет в одну сторону. Неудобно. Что происходит? ФПС. ФПС. Да ладно, ты вернулась. Моё ФПС. Бум. Какого босса? А, вот этого, которого я избил. Багира, у меня батл. Ты смотри, уходит по экрану. Ёлки, она мне на клавиатуру жмёт. Давай. Интересно, сколько золотая монета дает?
Багги, ты почти сдох. Что? Ты о чём? Привет. Мне немного привет, пугает. Непонятная какашка. А я тут... На самом деле, мне даже нравится. Вот она меня немного пугает, а мне этим нравится. Она такая необычная, темная, красивая. Какашка. Да, Кирилл, ты просто испортил свое впечатление в своем комментарии. Давай, давай. Ты стрелять вообще не слышишь. Мимо. Пошли. Конечно, я вас тут... Ты нас не отодвинул. Да я знаю. Level complete. Вот Люди, мне дали камень меча. Sword Stone. А мне дали, да, Sword Stone, это камень меча. А мне дали этот 10 коров. Нет, это какая-то пыль. А-а-а. Может тогда это... Пизуза. Это поля. А, да, поля. Только это поля. Короче, они как всегда что-то там деньги собирают. Только хардкор, только тополя. Только молодость, только хардкор. Только настоящие сибирские мужики. Медведи. Медведи. Блин, опять ФПС просит. Да что такое, а? Я хочу сделать обычный удар. Он, короче, супер удар делает. Ай, беги. Воу-воу-воу, собака. Воу-воу-воу, Вася, полегче. Палки. А чё тут? А это там наш путь. Да. О, у меня появился огненный щит. А нам сюда и надо, мы дальше не пройдем. А я здесь не собираю. А вы там пока воюете, и я тут не собираю. Ты нашу работу-то не забирай, слышь? А то мы твою заберем. Какую? А какая у Баграта работа, что, которую можно забрать? Лениться. Вообще-то я... Сволочь такие. Вообще-то я... Раньше я нагибал. А я ты... Хагрид, хранитель ключей. Да, да, иди ставь ключ. А, это вот сделаю. Я думал, нифига себе, Кирилл взял ключ и отказался поломать кусты. Ты не можешь быть такой. Не Баграт, ебать. Ты лох. Вот такие мы неожиданные. Мне ФПС, послушай, я вообще... Вы, если вы... Ну, давайте. Это видео, дайте... Не, вы идите, я здесь останусь. Видали я так? Ооо, видали. Так весело. О, там большой зеленый кристалл видно. О, здесь красный кристалл есть. День сегодня такой. О, не знаю, магнитные бури. У Баграта, да? Да, локальные магнитные. Люди, а здесь кристальчики есть. Синий, красный, зеленый. А желтеньких нету? Ну иди посмотри. Так, тут нету. Макс, там дальше можно прорубиться. Ой, Баграт. И что-то интересное да есть. Вот здесь можно пройти. Кнопка. Кристаллов нет. Фиолетовые кристаллы, чтобы моя... А здесь есть фиолетовые кристаллы. Ты их пропустил, они глубже. Это у меня дефицит с кристаллами. Ай, блин, я сейчас сдохну. Ай. Дай кому-то. Дверь, кстати, открываем в последнюю очередь. Сначала надо все исследовать. О, золотая монетка. Так, что здесь? Ой!
Он меня застанил, урод. Кирик, я иду на помощь. Эта сволочь меня застанила. Вот это. Видел, что я сделал? Да. Отдай, у меня. Что бесит? Ощущение. Справа будет прохода. Я вернулся. Как все, норм с ВПС. Максим, как всегда, на шипы. Это традиция быть пронзенными. Крыса была. Сволочь, я тебя пристрелю. Иди сюда. Ой, а мне вкусняшку не оставили. А я только на двух шипах подскользнулся. Сейчас съем таблетку и возьму еще одну. Баграт, тебе надо экономить хп перед боссом. Да ты что, издеваешься? У меня 3 хилки. И я 4-ю взять не могу. Монетка, монетка, монетка. Где монетка? Где? А, Кирилл побежал. Врун. Багира, ты что? В рыбу вцепилась, надо же. Че Багира? Музыка, что ли? Так, что здесь есть? Чё она кричит? Да там ничего нет. Здесь что-то есть, и это как-то можно открыть. Смотри, а там что-то и вправду есть. Да, ключик полежит тут. Пауза. 45. Так, я сюда прорублюсь. Успею. Ай, здесь ох, еще один капается. Ребята, подождите меня. Да, я походу. Я понял, что она хочет. Сейчас, сейчас. Все, больше никто мяукать не будет. Защищайте меня, меня. А у нас деньги и. У меня экскалибур. А меня сейчас собака закрыла. А у меня меч Свена. Наконец. Ой, щит. Кирилл, Максим, ты хотел моей смерти от собаки? Ты хотел, чтобы меня. Что ты говоришь? Собака. Я говорю, ты хотел, чтобы меня сожрала собака? Я не хотел такого. Не, просто я говорю, а меня сейчас собака сожрет, и ты такой, наконец. Я это не тебе. Ух, как я все сердечки искал. Вот этот ключ, пока Кирилл. Макс, здесь есть зеленый кристалл. Да, да. Откройся. Здесь. О, монетка. Самая популярная моя фраза. О, монетка. А это знаете, как в Гарри Поттере, вот если кто играл в серию игр о Гарри Поттере, вот особенно в четвертой части есть такая штука. То, что все говорят разные фразы, но у всех есть фразы, которые повторяют часто. То есть чаще, чем обычно. И в Гарри Поттере четвертом, кстати, не самый клёвый из игр серии, главная фраза это «Конфетки! Хватай конфетки! Лови конфетки!» Жри конфетки! Да. Еще Рон. О, конфетка. Да, балды. О, монетка. Там денежные единицы, конфетки, они везде там, поэтому... Сами понимаете. О, монетка. Открывайся, открывайся. Не трожь мое гоблинское золото. Сам ты гоблин. Средиземье. Это мое гоблинское золото. И снова спойлеры. Средиземье. Средиземье. Какое Средиземье? А ну пропусти. Что? Меня. О чем вы? Кто-нибудь нажмите на ту. Сейчас, подожди. Сейчас. О, спасибо. На здоровечко. Привет. Ну, здравствуй. Жуткое так, создание. Здесь есть где собрать монет? Нету здесь где собрать монет. Что ты делаешь?
Монетки, монетки, опыт, монетки. Дайте мне этого здорового лиса. Кирилл, ну я же попросил. Это не я был, это был Баграт. Ну вы такие одинаковые, ребят. У меня красный кристалл за спиной. У меня синий за спиной. Вот, хватай, мать. Красные глаза. Красные глаза. Вспоминаю. Лучше я сниму шлем. Не надо. И у меня будет капюшон. Хай, не, лучше ходи в шлем. Так, нет, я куда-то... У меня под капюшоном находится... Ой. У меня под шапкой... Ой, у меня под каской находится шапка. Постой, 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 его кошка моя хочет. Обстреляли. Ой, не то нажал. Все, подождите. Где это? Монетки, 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 монетки. Монетки, бабло. Бабло. Где мое бабло? Да монетка, 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 монетка. Я не знаю, ты маньяк. Нет, я, конечно, маньяк. Мы тебя заразили. Да, допусти. Да. Съел? Пойдем в босс. Один за всех. Ребята, радуйтесь, сегодняшняя серия будет длинная. Длинная, как там Баграт. Айрон. Как смешно. А мне дали 5 корон. А мне Айрон Локбокс. Какое-то железо. Мне никогда ничего интересного не давали. А, это, короче, его с помощью... Маград, эту коробочку с помощью ключа, который покупается за 7 рублей, можно открыть. За 7 рублей? Да. Чёрт. Из нее выпадет какая-нибудь фигня. За реальные деньги? Да. Вот говно. Вы не поверите, у меня качается щит, которым я вообще не пользуюсь. Как он у меня качается? Шел вон, шел вон, шел вон. Я тут посижу. Спасибо. Я не тебе, я этому демоненку. Так, и это первая загрузка, которую вы видели. О, хилочки, последняя я тут. И последняя. Нет, я туда не пойду, нет, это явная ловушка. Я не хочу туда. Пойдем, пойдем. Нет, я вперед. Это явная ловушка. Че, мы дети, что ли? Дебил в нее. Баграт, это явная ловушка, только дебил в нее пойдет. Так спасибо. Есть. Ха, 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 ха. Спасибо, Кирилл. Ну чё, привет, малыш. Ребят, неправильно. Вы я помните, помню, заманить сюда и фигануть по этому. Ай. Ну я же глуханул. Нет, я не глуханул. Нет. Ауч. Он меня сейчас... Давай, давай. Да, нет. Фигач. Нет. Блин, хп, 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 хп. Хп, Кирилл. У меня еще 13 хп и нету щита. Ай, у меня залом появился. Меня оглушили. Кстати, мы на элите его сейчас проходим. Да почему? Пошел. Давай, давай, давай. Вот, давай, бей, бей, бей. Да блин, как? А почему это? Что за черт? Черт. Прошлый раз это было легче. Вообще в меня даже не пытается. Да, ребята, мочим, мочим, мочим. Пока там с Кириллом, пока или какой-то. Давай быстрее активируйся. Нет, слишком далеко. Брат, ее не надо тупо активировать, он должен близко подойти. Да я понял, я сейчас не... А учел, я не отреагировал. Тихо, оп, оп. Давай. Вроде. Слушайте, ребята, я сейчас сдохну. Фигачик, я сдох.
На такой счастливой ноте. А теперь я снова готов сражаться. Пошел вон. Таблетка. Не таблетка. Ой, блин, зачем я это сделал? Ничего, ничего, спокойно. Хоп. Спектр накопить. Так, тихо, подними. Стоп. Летит, летит, пролетит. Ай! Андрей, дышите. Тихо, тихо, тихо. Давай, иди сюда, блин. А, прям, блин, блин, меня. От этого я не вижу. Эй-эй-эй-эй-эй. А, все, мне щит сломан. Не боись, он скоро вас... Ай! Что ж такое? Конечно, он просто закончился. А не боись, мы же можем... Я уже один решать. Раз закончился, больше мне не надо. Я тоже уже один... О, вот-вот-вот. В общем... Что да за... блин, почему? Я не знаю. Прям вплотную стоял. Это очень подозрительно. Я теперь тупо бегаю кругами. Черт. Он за мной я гонится. Я тоже сдох. Но я воспользовался Spark of Life какой-то. Так, меня убили. Меня сейчас убьют. Это, короче, вообще-то использует твою энергию. Кирилл! Кирилл, вставай! Андрей чип. Да, он недоволен. А. Блин, у меня сейчас щит закончится. Вообще. Я так. Прям сильно. Сынок, иди ко мне. Давайте тройной щит. Да, ребята, это было бы круто, будь это в комиксах. Черт. Ну, блин, такой момент. Блин. Я поздно. Так, ребята, я буду дежурить, короче, здесь, я никуда отсюда не уйду. Да. Мы валим, мы завалим его сейчас. Мы его завалим. Почти. Да. Черт. Я снова умер? Максим! Скажи моей жене, что я любил ее. А, короче, Макс, эти вот помнишь крылышки мы видели? Это, короче, это сколько... Это значит, что ты можешь воскрешаться. Походу, на нормальном уровне сложности это количество раз бесконечное. Блин. А это затрачивает специальную валюту под названием ребята? Энергия. Да. Как я вовремя появился. Черт. Что это такое? Это токен. Ну это понятно. Он... Токен. Да, мои любимые кристаллики. Интересно, для чего? Плюс 3 каждому. О, да. Плюс 3 штуки. О, кристальчик! О, даже мой есть. Ура! Мне здоровый кристалл еще дали. Надеюсь, мне тоже повезет. Мне не повезло. Так, что здесь написано? Мы прошли. Happy Friends. Наконец-то мне достался здоровый кристалл. Говорим, когда это случится. А я сейчас, короче, на запись пойду кормить своего живота. Правильно. Все. Ну давайте, что-нибудь интересное. Пять короля, что ж такое? О, я и снова еврей.
Две штуки аж. Это ты так думаешь. Вы пропустили как минимум одну золотую монетку. Да вы вообще монстры. Вы деньги гребете просто лопатами. Да тут не я просто лопат... бульдозерами. Пауза. Не, ну что это? Зашибись, спасибо. Там первые три миссии все равно это одиночка, и они за полсекунды проходят. Я их уже прошел. Да я тоже. Я их сейчас пройду, чтобы быть на уровне с вами. А у меня котик голодный. Кто хочет, почитает на память. А я своего дракона бронзовыми болтами кормлю. Походу ему нравится. Воу. Так, я... сколько у меня денег? О, у меня 7 штук. Ну, я на базар попал. А у меня 7 штук. Ребят, у кого сколько этих денег? 7720. Максим? Секрет, секрет. Нет. Он бомж у нас. Ну, видишь, Кирилл говорит, я бомж. У него вроде бы 4000 сейчас должно быть примерно. Я прав, Макс? Нет. Больше? 5? Нет. А сколько? 13. Сколько, сколько? 13331 корона. Откуда у тебя столько денег? Не знаю. Макс, получается, если ты потратишь все свои деньги, ты сможешь маску за 5 токенов купить там специальную. Не, я не хочу маску, я хочу этот. Я хочу купить этот. Я хочу купить капюшон и мантию. Где вообще можно добыть эти разные фрагменты? Мне, чтобы построить мантию, не хватает одной штуки. Какой? Вернее, двух штук. Да не знаю, как она называется. Сейчас найду алхимическую. Так, у меня раз. Так. Ребят, 8 плюс 8, 16. О, у меня 20 токенов. Ребят, я вас обрадую. А, 74-1, только соло. Мы знаем, там первые три миссии мы только в соло. Там первые 4 миссии в соло. Первые 4? Нет, четвертая миссия... А, блин, она тоже только в соло. Я ее буду проходить на элите, потому что на элите с моим ДПСом все будет очень плохо. А я ее пройду на элите. Я пройду ее в другой раз, наверное. Я ее потом, наверное, пройду. Так, блин, у меня 20 токенов. Блин, капец. Что лучше, меч или молоток нормально? Лучше меч. Макс, так что тебе надо для своей мантии? Я тебе сейчас скажу, где здесь алхимическая... Она... И вот я хочу такой же капюшон как у тебя. Мне нужно... Freight Fabric. Все, у меня 10 тысяч. Две штуки фрейд фабрика. Не, у меня этого нет. Короче, для моего капюшона мне надо как раз эти две фрейд фабрик. Вот-вот. Я лично без понятия, где их добыть и как. Как ты получил свой этот капюшон? Я его скрафтил, но я не помню, откуда у меня фрейд фабрик. Вроде бы я ходил по аркаде, развлекался и набрал на какой-то уровень. Где мне это выпало? Везёт. Капюшон-то офигенный. Договаривайте, я тут все. Ну что, пойдем на арену? Ой, в аркаду? Я предлагаю всем вместе пройти вот эту вот миссию в соло режиме. Зачем?
А я умнее элита. Я начинаю ее. Я люблю хардкор. Да я тоже люблю хардкор, просто у меня, блин, ну FPS вообще не тянет. Зал героев. Миссия называется Зал героев. Я больше чем уверен, что я сейчас просто поумираю несколько раз. Пауза. Абас. Паузу снял. Так. Ганшипер. Так, пушка, 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 пушка. Бомба, пушка моя, у меня был такой меч. Окей, нет, все, это мне не катит. Так, бомбер, здесь даже бомберы есть. Спасибо, братишка. Че у тебя есть? Так, такая бомба, такая бомба. Автоган у меня был, есть, нет, не хочу. Да зачем? Да почему? Ого, какая прикольная броня. Да, окей, так, окей. Вот эту броню себе возьму. Так, так, так. А, ну это бомбу, бомбу я не люблю. Спасибо, братишка. Вот ты интересно, чё? Окей, показывай, чё у тебя есть. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Нет. Следующий. Окей. Желе какой-то. Я, короче, нашел броню прикольную. Она хуже моей, но она очень клево выглядит, поэтому я ее сделаю. О, а вот парень. И стоит эти два рецепта 2000. А где ты эти рецепты нашел? Я вот эту специальную миссию пошел здесь. Просто люди, которые... Они, короче, продают рецепты, и у них можно их покупать. Страйкер. Сейчас я тогда тоже пойду. Да, интересно. Классно. Я тут меч, прикупил. Резак, сабля, еще один меч и его броня. А, блин, уровня не хватает. Вот зачем давать гвардеец на четвертом уровне показывать броню для пятого уровня, чтобы мы смотрели и за это говорили, о, а мы не можем купить, какие мы ужасные. Так-то, так-то, да? Не? О! А вот меч, как у Кирилла. Mm-hmm. Так, а ну-ка, насколько у меня дамага? Раз, два, три, четыре, пять, половиной. Ууу, вообще маленький, миссибизинги. О, вот, у него можно купить магический балахон и мою шапку. Рецепты, точнее. О, вот это я покупаю. Ой, гелевый чувак. О, у него можно купить гелевую броню. О, слышь, прикольный щит. Так он мало жизни дает. А мой сколько? Так, шелда я прошел мимо. Раз, два, три с половиной. А он? Три с половиной, да, точно такой же. Зачем мне другой покупать? А что дальше? Я, короче, еще рецепт гелевой брони куплю. Бабис. Короче, я нашел броню, которую я хочу сделать. Красавица, я ставлю на паузу, так как загрузка. Мы вернулись. Шлем один. А мне нужно каких-то два Sinful Breath для этой брони. Я сейчас посмотрю, что мне нужно. Ну что за черт, а? Так, уйди. 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 Тихо. Так, ты что такое? Так, уйди. Ага, изучить. Изучить.
теперь посмотрю. Так, что там? Армор. Вот он. Дрифтвуда не хватает. Ребята, спасайте. И Фредди фабрик не хватает. Ван Хельсинг, у тебя хоть что-нибудь есть из этого? Я не знаю. Посмотри, пожалуйста, мне нужно два Фрейд фабрика и два дрифтфуда. Дрифтвуда. Не, нет у меня такого. Ну, я кроме шлема и броньки себе ничего не купил. Чё ой, так, чум. Эх, придется добывать. А вот тут ну чё, броню я могу сделать. Может пойдем в аркаду? На аркаде. Уровень сложности. Максимилиане мы пойдешь? Я не могу разобраться, как мне что-то купить. А там. Короче, давайте прощаться. На самом деле 41 минуту снимаем, ребят. Я считаю, это слишком. Много дорогих зрителей столько времени сожрали. Что-то капец. Блин, да. Знаешь, что самое обидное, Баграт? Мне там две брони понравилось. Всякие. Так ты одну как этот костюм носи, а одну как святую броню. Не, а они обе хуже той, которая у меня сейчас есть. А у меня какой-то. Я выбрал костюм бомбера. Ух ты, слышите? Я вот это хочу. Как это одеть? А, почему? Я хочу эту штуку. Вот он этот Magic костюм. Чё тут у меня? И ты хочешь такой Magic костюм себе сделать? Да, но я не могу это сделать, потому что он. Так, я продолжил запись. Миссии, ранг. Поехали. Максим. Мне тебе помочь или нет? Максим. А. Может я за тебя куплю и сам тебе сделаю? Ну давай попробуем. Темпухар. Все, ребят, тут, короче, еще три миссии. Две миссии. У меня вообще, знаешь, у меня немного другая проблема, он. Он мне не хочет их продавать. Вообще, ладно, чувак, не надо. А, я не на ту кнопку все время нажимал. Слышишь, Кирилл, тебе понравится. Ну. Короче, в следующей миссии дают в Power Stone в 4-2. Я уже смотрел, что его дают. Тебе повезло. Ю, этот как, Лаки. Я, короче, накупил кучу рецептов и теперь буду смотреть, какая броня лучше. Блин, это женская броня. Очень ты жалко. Про что? Да, эту броню офигенно нашел на женское. У меня столько. А у кого? Да так, есть там. О! Скелетная маска, скелетный щит, скелетная. Скелет? Ладно. Макс, я смогу, я тебе сделаю этот балахон и отдам. А потом им и. Душу. Нет, балахон не надо, балахон я и сам могу сделать. Там просто не хватит у тебя ничего. Ну почему? Мне может выпасть. Я же больше тебе иногда играю. Ну ты сначала смотри, есть ли у тебя такое. Не, у меня только одного материала не хватает. Пауза. Так, я включил запись. Я на Таун Сквере. Сквере. Таун Сквере. Просто я хочу тебе показать мою новую броню. А у тебя какой уровень у животного? Да, давай так. У меня 4-й, а у тебя? А у меня 5-й. Ну ты рубишься почти постоянно. Ачивмент. Странно, Баграт, я тебя не наблюдаю.
8, плюс 8, 16. А ты на каком хевене, Баграт? 20, подожди секунду, 24, 25, 26, 27, 28, ачивок. У тебя? У меня. Молодец. Иди посмотри на мою броню. Подожди секунду, я сейчас своего питомца похормлю. Блин, мне сейчас опять придется его качать. Так, я сейчас посмотрю, на каком я хороне. Так, это вот. Просто я сейчас на Town Square жду, я тебя не вижу. Давай я к тебе топнусь. Ну давай. Мы с тобой в Town Square. Вот ты, блин. Ух ты ж, ну ты жесткий. Вообще, капец. Он тут крутись. Макс, ты где? А я все такой же. Макс. Where are you, my friend? Че с Максимом? Я не знаю. Максим, ты вообще тут? Не, он сейчас не с нами. Всем пока.